Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, немецкое правительство во всей данной войне выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора Thank you.
нем убито и ранено более 200 человек. Красная армия, весь наш народ, вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. Yeah.
Not